корабль «Сонечка» — пиратский корабль, приходящий к нам за кораллами, где у каждого матроса по 3 часов и по 6 цепей. Или проще, с нами после кораблекрушения спасся кот. А я еще с детства и отрочества знаю, что китайцы узнают время по кошачьим глазам. У одного миссионера стали часы, и тогда он спросил у китайского мальчика на улице, который час. Мальчик быстро куда-то сбегал, вернулся с огромным котом на руках, посмотрел ему в глаза и ответил: полдень. Да, но я про эту струечку, которая одна знала и ждала, чтобы я ее перевернула. О, Марина, у меня такое чувство, что я кого-то убила. Вы время убили, Сонечка. Жила раньше в Эстонии, родилась в Нарве, потом долго в Таллине жила. Мне было 24 года, когда я переехала, и я переезжала как раз в свой день рождения. Так что большую часть своего дня рождения, когда мне исполнилось 24 года, я провела в самолетах. А как попала сюда, ну, как я уже сказала, мужу предложили работу, и мы решили поехать, посмотреть, не понравится, всегда успеем вернуться. Где ты живешь, в квартире или в доме, в каком районе, есть ли дом работницы? Я живу в квартире, мы снимаем квартиру высотки на Манхэттене. Это Нижний Манхэттен и улица наша Уолл-стрит. То есть на этой же улице находится знаменитая международная биржа. Здравствуйте, дети. Сегодня ваша учительница не смогла прийти. Вряд ли она уже когда-либо придет. И поэтому ее будет заменять замечательный педагог. Уже давно работает с детьми. Оккультные науки, с культурой, да, вот что-то связано. Переселение душ. И с сантехникой тоже что-то душ. В общем, вот, дети, знакомьтесь. И вы с кипятком там поосторожнее. Ну, все. Да. Значит, исполнилось... Ад. Ад. Простите, в пункт Б едет старый ржавый механизм и кровоточит. Не надо. Не надо разговаривать с кипятком. Здравствуйте, дети. Сегодня ваша учительница не смогла прийти. Вряд ли она уже когда-либо придет. И поэтому ее будет заменять замечательный педагог. Дети, я не поняла, что вы все седые в школу пришли? Это упражнение делается где-то примерно 4 раза по 8 раз без остановочек, для того, чтобы нагрузить мышцы щек. И делаем это упражнение делается до ощущения именно работы мышц. Теперь мы поработаем на круглую мышцу рта, для того, чтобы губы наши были всегда красивыми и не было морщин вокруг рта. Делаем, говорим букву О. О. Расслабились, и теперь букву А. А. Все в том же режиме. Повтор где-то от 4 до 6 раз, и задержка тоже в среднем по 8 секунд. У меня был опыт, первый опыт был с мальчиком, мне было лет 6. Это было в детском саду. Мы пошли с ним в туалет, но он попросил меня сделать ему это. Я как бы... Мне это было не принуждение, как бы не принуждение, да? Это было просто как бы по обоюдному согласию. Вот первый опыт у меня было лет 6. Как же так происходит? Господь на кресте был, страдал, умирал. Что он сказал? Отче, прости их, они не ведают, что творят. Но как так можно? Ведь без промысла Божьего ничего не будет, ничего не произойдет. Даже он сказал, волос не упадет без меня. Если Господь попустил их туда, надо подумать, почему он их туда попустил? Почему он туда попустил затеем? Почему он попустил говорить так, почему Господь попускает заходить в церковь обнаженным? Почему венчают? Это не осуждение, это печаль.
Это просто печально все. Так разве можно? Ведь разве их нужно винить? Нет. Их родители винить. И даже нашу церковь винить надо. Надо признать, что какой пример? Ну где пример? Где? Иоанна Кронштадтские, Серафимы Саровские, где огонь? Часто девушки не знают, какой размер бюстгальтера им нужен. Особенно это касается девушек с большим бюстом, которые привыкли выбирать то, что есть в магазине, а не то, что подходит именно им. Традиционно размер бюстгальтера вычисляется путем снятия двух основных мерок – объема под грудью. При этом сантиметр должен туго обхватывать грудную клетку. И объем груди. Бретели впиваются в плечи. А при поднятии рук мы видим, как основание бюстгальтера поднимается вместе с руками. Правильно подобранный размер бюстгальтера – это не только красота, но и здоровье. Однажды она у меня на столе играла песочными часами, детскими, пятиминутными, стеклянная стопочка в деревянных жердочках с перехватом талии. И вот сквозь эту талию тончайшей струечкой песок. And them like foreign chicks, man, the reason they like brothers so much is because they don't have dudes trying to holler at them every day. Because half them dudes in Europe, man, they on the other side of the fence anyway. Or they some frill ass motherfuckers. You know what I'm saying? I'm telling you, man. But you brothers over here in America, if y'all got problems finding a chick that'll treat you right over here in the United States, yeah, go overseas, goddammit. You'll find what you're looking for, dog. Длинные волосы в то время тоже еще не вошли в моду, поэтому Джонсону-Джону пришлось подстричься на манер Тедди Боя. Но самое сложное – это подделать ливерпульский акцент Леннона, который, впрочем, отечественное ухо вряд ли разберет. Ah.